Можемо поговорити з Євгенієм Липковичем, білоруським блогером з Мінська. Він, пане Липкович, наші вітання. Добрий день. Так, питання стосується, по-перше, практичного характеру. Ми кажемо про те, що у Білорусі проблеми із інтернетом і з мобільним зв'язком. Ми то змогли до вас додзвонитися, але чи наскільки ми розуміємо, такі проблеми є тільки в місцях, де є протестувальники, так? Не по всій країні. Смотрите, я не совсем понял вопрос. Не очень хорошо. Перекладу російською мовою. Проблеми з інтернетом по всій території країни или только в містах, де протестующие? Нет, только в містах, де протестующие. Они очень ловко научились отключать связь, когда по движению колонны. И для того, чтобы мне с вами связаться, мне пришлось довольно далеко уйти. От колонны, в которой я шел. Да. У меня там остались жена и дочь. Скажіть, де саме ви перебуваєте? Які настрої протестувальників саме в тій колоні, де ви знаходились кілька хвилин? Ну, да, он на самом деле у всех одинаковое настроение. Да, сегодня же день рождения нашего, как это называется, картофельного пюрера. Фюрера, как уже начали его... Да, и тут уже протестующие принесли два гроба. Да, и огромную надувного таракана. Не надувного, а такого матерчатого сделанного там. Да, и я смотрю, что колонна, которая идет, она идет, она еще идет по проспекту. То есть людей очень много, очень много. А як силовики? Діють представники ОМОНу, силовики, так. Саме там, де ви перебували? Да, ми виходили з центру, ми там в одному місці зустрічалися, і поки ми йшли в общу колону большу, нас вихватили чоловіка просто-напросто. Ми не встигли, навіть не встигли зреагувати. У дворі МЧС, нашого, там стояли хаммеры китайского производства, которые китайское правительство подарило нам. Они выгнали эти хаммеры, да, и перекрыли улицу. Да, зрелище, конечно, фантастическое, какое-то полное впечатление, что они сошли с ума. Да, нас обложили матом и выгнали, значит, из улицы, правда, мягко, но человека не отпустили. Да, мы там вылились в колонны и пошли дальше. Да, значит, мы дошли до ГУМа, это самый центр, и там, значит, они развернули в полную мощь такую, развернули так называемый машинорубеж. То есть вообще там что-то невероятное. Выглядит это. Я такое видел, я не знаю, в Аргентине, в Буэнос-Айресе, такое видел, там где-то волнения были, я там оказался. Пане Липкович, да. В порівнянні с попередніми днями людей більше цієї неділі? Ви знаєте, мені трудно определить, пока я просто я ушел из колонны, но так я вижу, вот колонну я вижу, они еще идут, я думаю, это не меньше, я думаю, сегодня. Угу, да, может быть, даже и больше. Погода хорошая, значит, да, сегодня там в Минске это плюс 30, в Беларуси это плюс 32, там, я думаю, выйдет народом. То есть колонна просто не кончается. Пане Липкович, спасибі вам. Білоруський блогер з Мінська Євген Липкович був з нами на прямому телефонному зв'язку. І зв'язок, власне, з ними встановили. От як сказав нам пан Липкович, от саме в місцях скупчення людей навчилась білоруська влада і обмежувати доступ до інтернету і до телефонного зв'язку. Ми ж розмову у студії.